Добрый день, уважаемые друзья! Сегодня мы поговорим о взятии на грудь из ямы с паузами в тяге. Если вы еще не подписаны на мой канал, то рекомендую вам сделать это прямо сейчас, чтобы не пропустить новые обучающие видео. Прежде всего, стоит учесть, что данное упражнение является всего лишь усложненной версией взятия на грудь из ямы классического. Ссылка на него в правом верхнем углу и в конце видео. Существует три основных варианта выполнения данного упражнения, а именно с тремя паузами при съеме ниже колен, выше колен, а также отдельно пауза ниже колен и пауза выше колен. Паузы стоит удерживать от 2 до 5 секунд в статическом неподвижном состоянии. Данные паузы намертво закрепят ваши углы в тяге и создадут для вас мышечную память. Также выполняя данное упражнение с адекватными весами, вы формируете запас скорости. Все это работает следующим образом. Тяга из ямы грузит ваши ноги на старте, а паузы отбирают скорость и полностью убирают разгон снаряда. И без правильного конечного угла, именно выше колен, вы просто не сможете эффективно подорвать штангу, что вынуждает вас терпеть накрытие. Плюс ко всему, если вы не сделаете мощный подрыв в конце и не уйдете быстро под штангу, подкручивая локти и освобождаясь от помоста, то вы также не поднимете снаряд, что вынуждает вас делать все верно и точно. Соответственно, убрав все утяжелители, так скажем, в данной тяге, а именно паузы и саму яму, вы буквально почувствуете себя окрыленным на обычном классическом взятии на грудь. Новичкам рекомендую выполнять данное упражнение с весами не более 70% в 4 подходах до 2 повторений в подходе. Благодарю вас за просмотр, друзья. Надеюсь, мое видео было полезным и интересным. Если что-то я недосказал вам, то обязательно задавайте вопросы в комментариях. Всем здоровья, удачи и новых рекордов. До встречи в новом выпуске.